Итак, друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. На этот раз ко мне приехала обложка для паспорта. Вот, заказывал я ее светло-коричневого цвета. Вот, сейчас узнаем, посмотрим. Вот, приехал, короче, ко мне мой заказ за 19 дней, как можете видеть. Статусы, как и в предыдущем обзоре, опять же, Почта России нам ничего не обновляла. Ну, походу, это нормально уже. Вот, давайте, короче, откроем, посмотрим. Данный товар, короче, предоставлен в двух цветах. Это темно-коричневый и светло-коричневый вариант. Вот. Материал данной обложки полиуретан. Вот. Стиль casual. Сейчас мы это все посмотрим. Вот он, наша обложечка. Вот какой-то штрих-код, можете видеть. Made in China. Ну, разумеется. Конечно. Как же иначе-то? Всемогущий Алик. Вот, короче, у нас какая обложка. Так. Размеры данной обложки 14 на 9,5 на 0,4. Так, сейчас, короче, посмотрим. Вот, видим, да? Внутренняя часть. Материал, кстати, на ощупь очень классный. Что-то типа кожзама. Такого немножко шероховатого. Вот. Вот дополнительные отделы, если кому что нужно. А в России постоянно что-нибудь нужно засунуть. Полис, СНИЛС и так далее. Вот. В принципе, без всяких надписей. Вот, как можете видеть, да? Типа под кожу, короче, да, сделано. Форма, такая форма называется подушка. Вот, и можно, в принципе, взять вот паспорт, мой паспорт, да, и примерить, как это будет выглядеть. Так, вставляем все это дело. Сейчас посмотрим, как это все у нас влазит. Влазить немножко в натяг. Так, вот я, короче, засунул все это дело. Да, немножко в натяг все это дело засовывается. Вот, ну, как можете видеть, да, получается. Все-таки, как бы, размер чуть-чуть больше, чем сам паспорт, да. Вот, но, тем не менее, да, все отлично. Вот, и как раз-таки вот сюда вот можно засовывать всякие разные допы. По мне, так очень круто, на самом деле, вот. Все аккуратненько, все цивильно. Вот как это в толщину будет выглядеть. Вот, в принципе, мне все нравится. Вот. Да, есть, короче, такой вот момент здесь. Немножко вот у перфекционистов, наверное, будет бомбить чуть-чуть. Но я думаю, это ничего страшного. Вот. Ну, вроде как я вставил все правильно, то есть... Как бы, да, можно, кстати, вставлять, там, не знаю, наоборот, кто как, кому как удобно. Вот, в принципе, товарами доволен, больше мне нечего про него сказать, то есть, сами видите, да, то есть, все отлично, без царапин, без потертостей, нитки не торчат, все идеальненько. Вот, ссылку я, разумеется, оставлю на данный товар, да, вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, да, пишите в комментарии, вот, и всем спасибо за просмотр. Всем пока.